Архимага поздравляет тебя со вторым местом на этом турнире. Расскажи, как была игра в финале против корейца. Я билды забил. Забыл билды, но ты же выиграл первую игру. Ну, знаю, ну, там еще помнил, но потом забыл билды. Тебя учил Роттердам, да? Да, немножко, но он такой халявый. Плохо учит. Плохо учит. Тебе понравился турнир? Да, конечно. Организация хорошая была? Организация была хорошая? Ну, бывает получше, но бывает уже похуже. А какой тебе турнир понравился больше всего, где ты был? Тяжело сказать, потому что очень много турниров различных там. У них свои собственные какие-то плюсы. Очень. Тут, например, у нас хорошо было, потому что здесь люди хорошие, там отношения у нас хорошие очень. И очень много людей смотрело на стримах. А бывают тоже разные турниры, где очень все очень хорошо тоже проходит. Да. Тут один из лучших турниров, который я видел. А расскажи про турнир Сан-Пауло, который будет последний турнир Intel Extreme Masters. Это последний турнир, где можно пункты выиграть до ранкинга Intel Extreme Masters. После этого уже шанс у никого не будет. Это последний шанс, чтобы поехать на чемпионат мира Intel Extreme Masters. Это самый крупный турнир в целом году. Ну и там будет много очень хороших игроков. И я думаю, надеюсь, что турнир тоже будет такой интересный, как здесь. Почему там нет Counter-Strike? Там нет Counter-Strike, потому что Campus Party, это организатор целого события, не хотел, чтобы Counter-Strike был в турнире, потому что там с Counter-Strike проблемы были там с правом. Там заказанный был, потом не заказанный, значит, заказывание, это плохое слово. Бан. Там был бан на Counter-Strike. Бан. Запрет. Запрет. Да, запрещенный. Я понял. Наказанный это на польском языке. Есть слухи, что Counter-Strike будет последним дисциплиной в этом сезоне. Это правда или нет? Тяжело сказать. Ну, это правда, что Counter-Strike, например, в Америке или в Азии, там нет уже Counter-Strike вообще. Здесь люди много играют и смотрят Counter-Strike. Ну, я не знаю, хватит этого или нет. А что думаешь по поводу Dota 2? Dota 2. Dota 2? Против League of Legends, как бы титульной дисциплины этого сезона. Мы всегда думаем про это, сколько команд у нас играет в различных лигах ESL. Значит, там я и мои друзья, нубы, и игроки получше, немножко более серьезные. И у нас в League of Legends очень много игроков играет, очень много команд. Там Go for LoL, например. Я думаю, это самый крупный турнир по количеству игроков. Самый крупный турнир в мире вообще, в целом мире. И смотрим тоже на это, сколько людей смотрит стрим. И мы сегодня рекорд делали. Во всяком случае, это было, думаю, там 60% людей или даже больше смотрело League of Legends. Ну и потому думаю, что это очень хорошая игра в Intel Extreme Masters. И я не представляю себе, можем ее выбросить, чтобы мы могли выбросить League of Legends в будущем сезоне. Хорошо, последний вопрос, как бы я вот вижу, смотри, что кубки с каждым сезоном увеличиваются. Будет ли кубок еще больше? Больше не надо. Окей. Больше это будет тут еще раз 2011-й Natus Vincere. Вот это будет. А так будет такой кубок. Спасибо Думаю, тебе. Хватит его по размеру. Хорошо. Спасибо тебе за организацию, за все. Спасибо, было приятно. Дай хай-фай. Спасибо, поздравляю.